Офисный стол или школьная парта. Время сжимается в числа двузначные, в точку на плоскости. Горьким отваром текущего марта вымыть бы дочисто дни неудачные, лишние в возрасте. Тонким листом папиросной бумаги с неба сорвать облака неуместные, серость щемящую. На выходной записаться в бродяги в духи лесные, степные, окрестные, души пропащие. И прорываться сквозь стену сплошную, то ли дождя, то ли дикого ельника к цели неведомой. Полушутя признавать, что ревную эту свободу к утру понедельника долгими средами. Сладкой эссенцией прошлого мая вымыть бы дочисто темные помыслы, темные стороны. И равноденствие внутрь принимая, выкрасить зеленью черные полосы с белыми поровну.